Всем привет, народ! Поступил интересный вопрос от зрителя, написал мне в комментариях. Дословно не помню. Сейчас попробую своими словами. Короче, он спрашивает, что при первой степени коксартроза, что если даже на тренировках, ну, постоянно что-то делать, загонять кровь в мышцы вокруг сустава, что все равно через 10 лет сустав, ну, суставу придет конец. Ну, не то чтобы конец, а вторая степень наступит, или третья, или еще какая-то. Вот он спрашивает, возможно ли такое. Я где-то уже в каких-то видео это рассказывал. Расскажу еще раз. Короче, хрен его знает. Организм у нас такой, что у некоторых там через 5 лет, у некоторых через год. Вот у некоторых там лет 30 может пройти, и пофигу вообще. Ничего не понятно, ничего не известно. Все зависит от стиля жизни, так сказать. Если ведешь более активный образ жизни, то может быть и будет все в порядке. Вот, если ведешь активный, но такой активный образ жизни с применением там каких-то средств, например, там штанги, там, короче, если ты занимаешься тяжелой атлетикой, вот, то, соответственно, жизнь твоего сустава уменьшится, это точно, вот. И если ты даже ничего не делаешь, просто ходишь на работу, приходишь и сидишь, ну, ведешь такой пассивный образ жизни, мало ходишь, мало двигаешься, то, соответственно, это тоже ухудшает, ну, ухудшает состояние твоего сустава. Тут как бы вот так вот, тонкая грань, что... Я бы советовал, ну, как я делаю, веду более-менее активный образ жизни. Ну, естественно, в те моменты, когда у меня более-менее все в порядке со здоровьем. Ну, то есть нету там боли и всего такого. Вот. Так что здесь непонятно, вот. Ну, еще плюс, вот, я все это уверен в том, что Хондро протекторы все это помогают. Может быть, не все, но я перепробовал много. Толк есть от таких, как Структум, Артра, Дона. Вот я сейчас пью Дону. До этого я пил месяца 4 Сустагард. Все эти Хондро протекторы я пью одной дозой, не меньше 1500 миллиграмм. Вот. Не важно, что это, или хондроитин, или глюкозамин, или все вместе, но 1500 в день. Утром, вечером иногда пью, или утром в обед, или сразу в один прием. Мне кажется, они увеличивают срок службы. Не, ну, в моем случае не только сустава, но и поясницы, там, и других, колено. В общем, на этот вопрос трудно ответить, сколько можно проходить с первой степени, но точно не 10 лет, можно и больше, можно и меньше. Вот я, например, уже проходил 5 лет или 4, ну, почти 5 лет, короче. Это если считать, когда мне эту степень поставили, а ее поставили в 2015 году,
Это не факт, что она у меня не была в 2010 или в 2005 году. Неизвестно. Просто с возрастом, видимо. Ну, то есть, когда я был более-менее, короче, молодой, там, в 2005 году, в 2000-х годах, там, 2000 год, 2002, тогда боли не было, но степень, может быть, и была. Вот. А с возрастом, видимо, боли появляются. Плюс вес, я еще тут поднабрал, я сейчас 82 кг. Вообще у меня по норме 80, но желательно, как я и говорил до этого, это рост минус 100 и минус 10. То есть я, по идее, благоприятный мой вес это где-то 70 килограмм. Ну, 70, конечно, мало, но 75 было бы вообще супер. Чем меньше давление, тем лучше. Вот такие дела. И народ, если кто что-то думает по этой теме, напишите в комментариях, кто сколько проходил времени, там, кто год, кто два, кто там 10, 20, 30 лет. Вот. Будет интересно, я думаю, не только мне. Может, человек, который написал, тоже это посмотрит видео, почитает комменты и будет рад чему-то. Ну, все, народ. Сейчас вечер.